Нет, я спрятал, я беру те, которые имеются в запасе. Всякая хрень неудобная. Просто рисую из воображения, не буду ничего здесь с ноутбука прорисовывать. Хотя можно ноутбук поставить. Лучше его закрою. Попробую нарисовать просто от руки, как получится, пейзаж со своего же наброска. Там про коронавирус, здесь зеленым оттенком. Зелень там темнее, ну пускай будет вот таким оттенком. Блин, я забыл постелить что-нибудь, какие-нибудь газеты. Постелить надо, где газеты. Хотя на газете не очень хорошо получается рисовать. Она дает такую мягкость ненужную. Так, все видно. Можно чуть-чуть растереть. Короче, здесь будет. Сейчас я сделаю белое небо. Хотя на самом деле так не надо делать. Ну, ладно, попробую. Такое живописное немножко небо. Сделаю. Не как в готике. Теперь, короче, что делаем? Берем белый. Я экспериментирую. Экспериментатор. Оно запылилось. Берем белым. Закрашиваем.
Так. Теперь. Короче, это не совсем готика, что небо такое светлое. Нужно найти воистину синий цвет. Я его потерял. А вот темный уголек. Те же синий, очень синий цвет. Может, вот он. Да, вот он. Что ерунда выходит.
Теперь этим мелком прорисую здесь башню. Какая хрень? Что со мной не так? Может, белым добавить? Да, какой позор. Что это за башня Ксартеса, блин? Какая-то жесть. Разучился рисовать башню Ксартеса. Вот это да. Это полный пипец. Разучился рисовать башню Ксартеса. Она вторая попытка. Давай попробуем башню Ксартеса еще раз. Где же этот мощный синий свет? Его нет, нет, нет.
Блин, самое главное, это я мельницу забыл. Мельница, как получилось, так получилось. Полная хрень. Художник хренов. Так, здесь дом. Стоги сена можно нарисовать. Чисто так примитивно. Тема здесь. Стоги сена. Еще под таким углом не было нарисовать, но это не отмазка. Да, офигенные стоги сена.